Сегодня у нас 10 августа. Вот у нас будут такие лещинки, потом мы, если Господь благословит, ну смотри как, а там корточки. Спать можно в спальниках. Так, ну, а? Так мы... Спать можно. Нет, здесь обыкновенные матрасы, простые, ну как дома спит, так и. Вот здесь будут вот такие, как вот лаги лежат, вот так и вот так вот. А потом я сделаю доски, чтобы сырости оттуда не было. Земля всегда сырость тянет. Ну, больше, то есть, тут прохладно. Ветерок. Да, закрыть тепло. Можно. Тепло. Ну, хороший? Да. Пожалуйста, здесь. Так что тут баловаться не надо. А если просто так, пришел, отдохнул. Ну, мы косили камыш в лагу. Такой а, легкий. Так это вы оттуда. Я когда посла, вижу там половину. Да, 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 да. Вот посла там, это мы вырезали сосокой. А тут у нас открыто, закрыли мы пока от коров и проще. Видели, как закрыли сверху веточки, загородили и заплели. Окно у нас можно открывать, да? Это окошко. Окошко открыто портится. Вот она, видишь? Вот. Привет, просвечник. Это мы пока... Ну, дальше будет видно. Трава усохнет, весной мы маленечко подправим его. Трава уже пробилась как. Это большая работа. Сколько вы его делали? А? Сколько вы его делали? Что делал? Сколько вы его делали? Сколько? 4, наверное, 5 дней. Ну, ребятишек-то никого уже не было. Остались роботы. Василий и Собал. Ну, ребятишки маленькие. Сами еще. Для себя, что ли? Ну, они помогали носить, подавали, там что, работа-то от них какая. Нет, ну для чего сделали, что вы тут делать будете? Она спрашивает, для чего сделали его? Как что? Для чего сделали его? Я сказал, для отдыха. Для отдыха. Главное, толчок дала Нюра, была девочка у нас из Казахстана. Она что-то маленько картошку там пололи у Татьяны. Ей плохо стало. Она говорит, мне тенечек нужен, тенечек. Я маленечко сделал шалашик, а подумал, почему не сделать больше? В жаркую погоду, а если она непромокаемая, тут еще слышно, как дождь шумит, это одно удовольствие быть. Это романтика. И такой шалаш сделать, ты понимаешь, сколько здесь это мы? Две делов-то, это же сколько шкурили, время прошло. Уже ребята... конец августа. Ну, понятно. Для чего? Зима скоро. Вот зима, зима она будет, она никуда не денется, готова будет. На следующий год. Его заметет полностью. Ну, заметет и все, а потом растает. Летом я сам задней палки. Он прочно стоит у нас, он как дом. Такого я большого шалаша никогда не делал. А раньше у нас были шалаши вот на 10. Вот там маленький стоит около вашего. Да, ну тот маленький завалился там на 8 человек, а у нас были на 10, а этот на 30. Вы считали? Это вот эти вот палки длинные-то, они будут для того, чтобы ногами, она будет в конце, чтобы ногами не выдавили стенки. Когда спит человек, она там будет к стенке придавлена. Вот так. Ну что, понравилось? Да. Пойдемте. Потом можете приходить сюда с ребятами, с девчонками. У нас ребятишки, мальчики уже были, ночевали здесь, а девочки нет. Не кто из мальчиков здесь ночевал? Все. Все лагерные? Кто-то и воспитатели здесь. Тоже. Ага. И дядя Никита вас тоже. Ну, вот видите, какая вам экскурсия сегодня. Спасибо. Посмотреть. Вот посмотрите, как загорожено. Сколько? Забор. Там запихивано. Закрыли сверху. А просто загородили коробу и все снесли. А они ничего не могут. А корова так что, она подойдет и начинает. Он, где он сделали молиться-то? Они подошли, начали разворачивать. Мы за раз сделали. Там тоже он, где костер-то, загородили. И они ничего не могут сделать. Но скотина, надо приноровиться к ней. И везде у нас крестос наконечный. Там он, там молимся, мошек. А это у нас здесь столовая. Летом было, как комаров много было, а тут возвышение, крапиву там мы выкосили, ветер отдувает и нет комаров. А тут комар в затишье. А вечером молиться там мошки. Мы там возвышение было, ну там все устроили, вон видишь, где крест стоит, вон, дальше. Ну и только сделали, а там коровы стали ходить, чесать, и бык там землю разворачивает. И тогда мы взяли, загородили. У нас непрерывный труд идет. Видишь, как загородили? Вплотную к дорожке, дальше никак нельзя, потому что провода вот над нами идут. А то есть нам некуда, мы зажатые дорогой и проводами. И поэтому мы так сделали, что как раз вошло. Посмотри. Вот так. Ой. Мы сейчас вот заботимся,
на плод, по это сказать, плотину делаем, если Господь благословит делать, завтра же бульдозер придет. У меня вопрос, а зачем вы там возвышаете? Да, тогда будет на 2 метра больше вода, тогда не будет... А зачем? А там никто даже не качает почти. Там не качает, там рыба будет. Рыба, которая... Ну даже не купается, лучше бы здесь возвышать. Она не для купания, для рыбы. У нас купаться везде. А как там купать? А мы там всегда купались, когда там детки рыбы были. Воды-то было больше. Зачем? Ничего не делать, ничего и не будет. И этого озера не было. Вот, пожалуйста. На весь мир известная фотография. А это вот, вот дядя Сережа стоит. Вон он сидит. Это он. Похоже? Посмотри на него. Вот батюшка. Это наш сайт. Вот наши сейчас из Томска, Андрей, вернулись. Там Фаста Михаила видели. Разговаривали. Так, Володя, пойдем за стол. Угу. Может, с нами отужинаете? Разделите любовь? Нет, мы уже поужинали. Ну, сотворите любовь здесь. Так, так, играйте. Заходим.